Храм Сангвангса. Эхо сосен. С момента основания храма в Сунчхоне монахи Сангвангса никогда не нарушали этот ежедневный ритуал. Обряд заключается в пожелании благополучия самой жизни. По деревянной рыбе ударяют, желая безопасности подводным существам. Барабан предназначен наземным существам, а гонг в форме облака – обитателям воздуха для достижения просветления. Это также пожелание, чтобы все в природе нашло свои законные связи и обрело вечность в вихре постоянных изменений. Часть вторая. Скоротечность времени. Весна подходит к концу. Семейство соек гнездится в одном из уголков павильона Мок-Уджон. Два дня назад на свет вылупилось 6 птенцов, и отец с матерью по очереди исполняют изнурительные обязанности по их выращиванию. Бурая аляпка, живущая под Увагаком, тоже занята. Она бросает вызов мощному течению десятки раз в день, охотясь за пропитанием. Ее клюв вмещает много еды, но она ее не глотает. Все потому, что ее ждут птенцы. В сутках матери не хватает часов, чтобы присматривать за своими постоянно растущими птенцами. Бурые аляпки – лучшие охотники долины. Питаются они в основном мелкой рыбой, личинками ручейников и другими водными насекомыми. Помимо своей искусной маскировки, личинки ручейников не имеют с бурыми аляпками ничего общего. Прочный домик личинки ручейника сделан из веток и песка. У бурых аляпок есть хитрый способ извлечь личинку наружу. Они хватают личинку за голову и силой бьют о землю. Такая изобретательность, вероятно, родилась благодаря материнской преданности и отчаянной потребности в еде. Есть объяснение тому, почему бурые аляпки способны охотиться под водой.
Их перья не промокают. Секрет, выделяемый копчиковой железой, покрывает перья и делает их водонепроницаемыми. И они используют свои крылья вместо ласт. На глазах у них есть защитные мембраны, которые действуют как очки для плавания при погружении в воду. Вот почему они могут нырять в течение долгого времени, чтобы искать личинок ручейников и хватать быстро плавающую рыбу с поразительной точностью. Эта пищевая цепь очень сложна и требует больших усилий. В природе время не тратится впустую. Ветер, дождь и солнце неизменно поддерживают связь между собой, давая пищу каждый сезон. Вот почему буддизм издавна считал важной повседневную практику взаимодействия. В долине появился редкий гость. Это летняя птица, гнездящаяся в самых экзотических, красивых и укромных местах. Черная райская мухоловка. Она проделала большой путь из Юго-Восточной Азии, чтобы свить здесь гнездо и высидеть птенцов. В отличие от самок, у самцов черной райской мухоловки более длинные хвосты и ярко-голубые ободки вокруг глаз. Как следует из их названия, они насекомоядные. Они как смерть с косой для жуков, при этом они самые заботливые родители для своих птенцов. Но здесь есть незваные гости. Армия муравьев продолжает пробиваться к ним, несмотря на то, что их безжалостно клюют. Через 12-14 дней после вылупления птенцы покидают гнездо. В это время у отца и матери беспокойный период, поскольку они должны защищать гнездо и кормить свой выводок. Однако муравьи атакуют безжалостно. Они не перестают кусать птенцов и досаждать им. Черные райские мухоловки строят гнезда на отдельных тонких ветках, чтобы отваживать незваных гостей. Это их способ защитить своих птенцов от краснохвостых медянок и других врагов. Мать без устали клюет муравьев, но и те не сдаются.
На этот раз пожаловала оса. Она начинает яростную атаку. Ее цель – биологические жидкости птенцов. Смогут ли птенцы черной райской мухоловки отбиваться от нападающих, пока они не покинут гнездо? Несколько дней спустя видно, что с самцом райской мухоловки что-то не так. В гнезде зверски изуродованные тела птенцов. Природа порой может быть безжалостной. Это вечное поле битвы за выживание. Проблемы жизни, старения, болезни и смерти издавна заботит буддизм. Согласно буддизму, в царстве просветленных нет высокого или низкого. Ни одна жизнь не может избежать смерти. Смерть – это не угасание одной жизни, а рождение другой. Таким образом, естественный порядок вещей не бывает застывшим. Он постоянно циркулирует. Возможно, это и есть то непостоянство, о котором говорит буддизм. Наконец, пришла пора птенцам покинуть гнездо. Когда это происходит, мать реже кормит своих птенцов. И она ждет с едой снаружи, пока голод не выгонит ее птенцов из гнезда. Птенцы должны быть храбрыми в этот самый страшный момент. Им суждено покинуть гнездо. А матери суждено их отпустить. Только когда появляется последний птенец, мать направляется к своему выводку. Птенцы награждаются едой за то, что они рискнули покинуть гнездо.
Мать продолжает заботиться о них до тех пор, пока они не смогут охотиться самостоятельно. Птенцам все кажется пугающим и незнакомым. Но они тоже бросят вызов течению и научатся нырять, чтобы искать себе еду. Птица-мать теперь будет свободна. Она избавлена от родительского бремени. Сейчас растить молодняк должна природа. Уже начало лета. На дубе за храмом Сангвангса кипит жизнь. Собралась толпа не только японских жуков-носорогов, но также жуков-оленей и чернохвостых шершней. За вкуснейший сладкий древесный сок разгорелась борьба. Когда на карту поставлена еда, все становятся воинами. Потому что в этом безжалостном царстве выживает только сильнейший. Это реальность дикой природы. Как и всегда, сегодня на сцену природы приглашено бесчисленное количество форм жизни. Но за этой красотой скрывается очень трагическая история жизни. Это гусеница малой капустницы. Пчела-паразит ждет прибытия гусеницы. Ей нужно отложить яйца. В сезон размножения пчела-паразит вводит свою кладку в форме иглы в гусеницу бабочки. Пчела является паразитом. Она откладывает и выращивает яйца в хозяине. Гусеницу ждет мучительная смерть. А личинки пчелы будут расти, питаясь ее трупом. Это еще один и трагический, и удивительный пример того, как одна жизнь уступает место другой. Но не всем бабочкам так не везет. Во время брачного периода махаон из семейства парусников откладывает яйца на листьях или стеблях зонтичных,
Как только гусеница вылупляется, она растет, питаясь мягкими листьями и стеблями. Затем она делает себе кокон в укромном темном месте. Выход из куколки болезненный, так как бабочка должна разорвать кокон и вылезти наружу. Но бабочка обретает свои прекрасные крылья, претерпевая эту боль. Наконец, готовая к полету, бабочка сбрасывает лишнее со своего тела, чтобы облегчить вес. Этой бабочке очень повезло, что она прошла столь долгий путь, избежав хищников. Только освободившись от ограничивающей ее оболочки, бабочка может взлететь в небо. Здесь можно провести параллель с буддийской верой в то, что человек должен освободиться от страданий, чтобы достичь просветления. В этом царстве постоянный круговорот рождений и смертей. В природе ничто не стоит на месте. Всегда есть конфликты, сотрудничество, встречи и прощания. В буддизме сказано, что ни одна жизнь не может существовать сама по себе. Сеть Индры – эта буддийская концепция рассматривает всю жизнь взаимосвязанной, как сеть. Возможно, окончательная истина мира проста и ясна. Все формы жизни, как одна большая семья, составляют гигантское колесо, называемое естественным порядком. А когда есть смерть, есть рождение новой жизни. Это тоже еще одна грань непостоянства, о которой говорит буддизм. Отшельничество монахов, начавшееся в мае, завершилось. Но летние птицы, черные райские мухоловки, еще не закончили планирование своей семьи.
потеряв выводок из-за ос и муравьев, они построили новое гнездо повыше, где безопаснее. Отец и мать по очереди высиживают яйца. Кладку время от времени перекатывают, чтобы равномерно распределить температуру тела. Летний лес щедр, предоставляя достаточно ресурсов для размножения. Вероятно, поэтому вся жизнь в лесу ждала этого момента. Летом лес принимает еще одного долгожданного гостя с юга. Это рыжий зимородок. Рыжие зимородки живут у воды, в изобильных долинах, охотясь на жуков, раков, лягушек и ящериц. Обычно они гнездятся в дуплах старых деревьев и выкармливают по 5-6 птенцов за раз. Отец и мать по очереди стоят на страже и охотятся. Несмотря на то, что они охотятся весь день, кажется, что для их постоянно растущих птенцов еды всегда не хватает. Но рыжие зимородки – лучшие снайперы в лесу. Благодаря своему острому зрению, они не ошибаются даже в полете, после того, как наметили цель. Рыжие зимородки редко встречаются. Они не только малочисленны, но и очень осторожны и живут в укромных местах. Зимородок обыкновенный окунается в воду, спасаясь от невыносимой жары.
рыбалка сегодня не задалась. Лето уже в самом разгаре. Это время, когда в семинарии Сангвангса исполняется обряд Сангангри. Сангангри – ритуал, совершаемый перед изучением священных писаний для выражения благодарности и приверженности своим занятиям. Монахи изучают слова буддийских святых и священные писания, которые помогут им в практике своей веры. Есть ли урок природы, впечатляющий сильнее, чем материнская любовь? Вылупились детеныши черной райской мухоловки. Теперь родители должны усердно охотиться, чтобы прокормить свой выводок. Маленькие насекомые являются лучшей пищей для вылупившихся птенцов. Самка рыжего зимородка поймала змею. Но ее птенцы еще не готовы лакомиться змеей. Добычу необходимо очистить и подготовить для употребления в пищу молодыми птенцами. Удалив твердый панцирь и лапки, мать тщательно перемалывает жука длинным оранжевым клювом, чтобы размягчить, а затем относит к своему выводку. Выбор добычи меняется по мере взросления птенцов. Рак – одно из любимых угощений зимородка. Мать несколько раз бьет рака о ветку, чтобы подготовить его к поеданию птенцами. Гнездо черных райских мухоловок стало очень тесным. Птенцы райской мухоловки обычно покидают гнездо через 12-14 дней после вылупления.
Этот период является самым загруженным для их родителей. Им приходится охотиться на все, что найдется, от бабочек и богомолов до цикад и пчел. И, наконец, птенцы рыжего зимородка покинули гнездо, чтобы стать полноценными членами лесного сообщества. Родительские заботы и линька сказались на внешнем виде самца. Матери тоже приходилось трудиться круглосуточно, чтобы вырастить крепкий и здоровый выводок. Птенцы скоро отправятся в Юго-Восточную Азию, где теплые зимы. И наверняка в следующем году они вернутся сюда, в те места, где они родились и выросли. Жизнь бурлит в наших реках, озерах и лесах. Завершил размножение и ошейниковый зимородок, летняя птица. Хотя внешность и образ жизни всех обитателей различаются, у них есть одна общая черта. Все они подчиняются естественному порядку. Дни родительских забот рыжего зимородка подходят к концу. Птенцы готовы покинуть гнездо. Когда это время наступает, птенцов кормят все реже, а затем выманивают кормом из гнезда. С едой в клюве мать направляется к гнезду, а затем отступает. От голодных птенцов требуется мужество. Это может показаться бессердечным, но мать учит их жизни в природе. Как внутри и снаружи птичьего гнезда, так и вокруг нас существуют бесчисленные границы. Все существа постоянно пересекают границу между жизнью и смертью. Люди не исключение. В поисках просветления эти монахи перешагнули границу мирского, чтобы присоединиться к буддийской вере.
непостоянство было извечной заботой буддизма. Возможно, эти монахи практикуют свою веру, чтобы перейти границу истины. Утром и вечером территорию храма наполняют трели насекомых. Это значит, что погода стала холоднее, создав оптимальные условия для аскезы. Это симфония осенних брачных криков, ищущих любви насекомых. Полевые сверчки, наконец, нашли себе партнера для размножения. После тщательного изучения друг друга, они сразу же приступают к спариванию. Их способ спаривания несколько отличается от брачных игр других насекомых и животных. Самец забирается под самку и вонзает в нее свой 2-сантиметровый яйцеклад. Таким образом, осенью леса и поля становятся ареной для производства потомства. Слабый, но четкий звук издает стеблевой сверчок, который прячется на нижней стороне листа. Песня стеблевого сверчка также является манящим призывом к спариванию. Сверчок-колокольчик создает свою уникальную музыкальную гармонию, потирая маленькие скребки на крыльях. Растущая громкость трелей насекомых – это сигнал природы о том, что осень набирает обороты. Тень, отбрасываемая солнцем с другой стороны горы Джогье, становится длиннее с каждым днем. Вскоре монахи закончат свою деятельность на свежем воздухе и закроются для долгого зимнего уединения. Осень – самый активный сезон для сибирской белки-летяги. Хотя обычно она ведет ночной образ жизни, в это время года, когда повсюду есть фрукты, она кормится днем и ночью.
Летяга использует патагиум, складку кожи, которая натягивается между передними и задними лапами, чтобы изящно планировать на большие расстояния. Свободно порхающая сибирская белка-летяга служит показателем, что этот лес здоров. Осень снова здесь, в 1300-летнем буддийском храме Сонгвангса. Настало время, когда деревья сбрасывают листья, которые хорошо служили им предшествующие сезоны. Птицы должны усиленно питаться для предстоящей долгой зимы. Это сезон, когда все исполняют свой долг. Может, поэтому монах еще сильнее жалеет потерявшегося котенка. Все без исключения монахи находятся на капустном поле. Они работают вместе, чтобы заготовить кимчи перед долгой зимой. Их предшественники в давние годы говорили, что человек не может есть, если он не отработал день. Готовя кимчи, они вместе занимаются ручным трудом. Но это еще и возможность помедитировать о том, как еда оказывается на их обеденном столе. В расписании природы нет сбоев. Так же, как и нет конца. Огромный цикл — это все, что существует. В нем циркулируют бесчисленные формы жизни. Зима – суровый сезон для многих диких животных. Леопардовая кошка станет такой голодной, что снова начнет охотиться на птиц, но она справится. Непостоянство. Ведь весна вернется, как только отступит зима. Озвучено по заказу CLS Media в 2022 году.